Художники со всего Кузбасса и не только гостили в Междуреченске, посетили живописные уголки. Итогом пленэра стали работы, которые войдут в областной передвижной проект «Краски земли Кузнецкой». Приехали в Алатау, чтобы пописать живописью, поглядеть природу, погоду, подышать свежим горным воздухом. Я приехала из Калтана первый раз. Мне здесь уже нравится. Хочу все увидеть и все нарисовать. Сегодня мы находимся на Лужбе. Это замечательное туристическое место. Неописуемой красоты. Мы будем писать этюды на прекрасных, красивых местах. Мы прогремели уже за пределами Кемеровской области. Нам это очень приятно. Вы наши красоты оценили. Вот, смотря на те работы, которые вы сделали, да, это я понимаю, что не все, конечно, работы. И сейчас ходили, смотрели. Есть места, которые просто узнаются. То есть вы пишете не, как скажем, не я рисую речку, да, которую я сегодня говорил уже. Я бы лучше слово написал речка, чем я ее нарисовал. А вы передаете так образ, который действительно узнается, ну, с любой стороны.